Всем привет, это СБ 1813 или ProSign, продолжаем реакцию. Айсон, сегодня твой день рождения, вот, я опять просил сделать реакцию, кстати, опять на Dazzling Bad и опять на их трек Happy Birthday. По-моему, я тогда делал на этот же трек, на твое день рождения, этот реакт, но сейчас мы посмотрим вместе с клипом, потому что я, по-моему, не смотрел. Короче, в первую очередь, с днем рождения, счастья, здоровья, чтобы всегда все было хорошо, вот, чтобы на твоем огороде все росло и было по кайфу, и чтобы у тебя там ничего не ломалось, чтобы не болел. Потому что, как бы, да. Вот. И чтобы слушал балдежную музычку, вот, и оставался таким же клевым подписчиком. Вот. Короче, поехали посмотрим. Happy Birthday, третий сингл, Dazzling Bad. Я говорю, я, по-моему, услышал, по-моему, даже был неплох. Но сейчас вместе с клипом это еще все глянем. Так что, я думаю, забалдеем. Го. Пум-пурум, Dazzling Bad, ну давайте. Блин, а почему я не смотрел тогда этот клип? Почему я тогда только песню слушаю? Причем, честно говоря, даже как будто бы не помню, как трек это звучит. Последнее время меня начал прикалывать внешка этого АИ, или как его там правильно, вокалиста. Я начал немножко проникаться Dazzling Bad'ами в этом плане. Оля, какая тишка у него. Какие у него каблуки офигенные. Блин, помните, недавно была реакция на АЭС, где я говорил, что там крутые каблуки? Ну вот уделал, получается. Блин, мне, конечно, все еще не нравится, как они звучат. Звучат они прям глупые, если честно. Вот именно сведение, именно инструментал у них идиотское. Прям такое безакцентированное, честно говоря. Ну и сольки тоже ни о чемные. То есть, если бы, может быть, опять же, все это по звуку, по качеству поднять на, ну, нормальный современный уровень и убрать вот эти вот сырики, ну, было бы такое, типа, модерновое музло, как будто бы, типа, прям метальчик. Ну и на фоне вот эти тоже, вот эти вот скрипочки непонятные, секвенсорные, что-то с ними интереснее придумать. Нет, скрипы прикольнее. Это типа... клип о вот этом маленьком мальчике, да, с черепашками, вот этом. И потом он стал челом, который BDSM любит, да? Такой смысл. Вот, да-да-да, типа. Ну, кстати, да. Нет, клип прикольный, кстати. Клип мне нравится. И внешка вокалиста, прям. Кстати, внешний вокалист, наверное, я не знаю, еще чуть-чуть, и он может вполне себе попасть в мой Гарри. Если кто помнит это еще. Потому что внешне он очень прикольно выглядит. Кстати, к вокалу тоже его начал привыкать. Вот, кстати, вот в этом треке, я вот его слышал, получается, год назад. И сейчас он как будто бы еще раз, как первый раз его слушаю. Еще я его не запомнил. Запомнил, наверное, потому что, блин, звучание мне не нравится, вот именно, причем не вокала, то есть к вокалу я начал привыкать к его, а вот именно просто звучание такого типа, ну вот это зачем все, вот это вот метальное, не знаю. Блин, прикольные луки, идем в комнате.
Так, ну вот мы посмотрели клип, послушали трек Happy Birthday от Dazzling Bad. Ну чё, ну в принципе я все сказал со мной реакции. То есть клип прикольный, клип мне понравился. Внешка, опять же, вокалиста понравилась. Опять же говорю, вот вокалист мне что-то все больше, больше и больше нравится. Внезапно, я его раньше вообще не любил. Сейчас как-то проникаться начал, видите? То есть это работает. Это работает, когда вот все больше и больше натыкаешься, как ты их послушиваешь, и как будто бы нормально. Но вот теперь я как-то больше начал, когда все, с вокалистом у меня закончились вот эти вот терки, да, в моей голове. Теперь начались терки с их инструменталом, потому что, блин, ну вот здесь инструментал прям такой себе. То есть это какой-то прям такой метальчик, причем такой не особо интересный метальчик с вот этими соляками непонятными зачем-то. Вот. И сведено все, блин. Вот. Не, у них какой-то трек был, по-моему, прикольный в плане инструментала, я что-то говорю, что типа неплохой металкорчик. Но вот именно здесь мне не очень понравился. Но зато здесь я к вокалу типа ноль вопросов. Здесь реально вокал прикольный был. Ну и мне, говорю, очень нравится, как он внешне еще выглядит, прям офигительно. Так что вот такое мнение, знаете, типа тоже, вот я не помню, надо пересмотреть, может быть, предыдущую реакцию опять же на вот это все. И послушать, что я там говорю. Блин, а вдруг я там все то же самое говорю? Я просто честно не помню. Я специально не пересматривал, потому что так неинтересно. Но вот на работе я буду сидеть и пересматривать. Это будет интересно. И вы, надеюсь, тоже пересмотрите. Вот. И поздравляем все Айсима вот, с днем рождения. И спасибо, что вот опять же напомнил послушать, переслушать Dazzling Bad когда-нибудь. Я проникнусь ими настолько, что прям начну их слушать. Вот. Значит, как? Возможно, я даже сейчас вот поеду по делам. И, может быть, ради эксперимента прям послушаю их в дороге. Может быть, что-то мне понравится, может, что-то я для себя выделю. А почему нет? Почему нет? Я люблю делать такие эксперименты. Так что вот нормас. Вот, а так в целом, как бы, опять же, еще раз, счастья, здоровья. И вот, чтобы все было по кайфу, чтобы даже, ну, типа, пофиг, что я говорю. Если нравится Dazzling Bad, если тебе они, типа, реально, ты по ним прям угораешь. Если тебе прям нравится звучание, там, не звучание, пофиг. То слушай, как бы, не слушай никого, слушай группу, вот, и слушай музыку. Вот это самое главное. Вот, и, в принципе, это я вас желаю не только Айсому, а всем остальным тоже, как бы, слушайте музло, которое вам нравится. Вот, а то, что там, типа, оно хорошее, плохое, там, и всякие там реакторы, фигакторы, забейте вообще. Это мы так просто болтаем языком, потому что делать нечего. Вот. Ну, или кто-то, может, деньги на этом зарабатывает. А так, как бы, слушайте, и ну, это же бомба. Все, наверное, спасибо всем, кто посмотрит. Ссылочки в описании. Если нравится, сами все знаете. Ну и все. Я пойду. Пока.